Окей, вот проблема забрела не туда, почти кому-то в дом по этой дорожке. То есть он мужик идет по ходу с пляжа или на пляж, раздетый. А, вон тоже еще один. Походу тут это моржи. Я тут одетый по самое не могу. То есть где-то там 13-14 градусов. Но австралийцы спокойно себе ходят, купаются. Вот. Ну, в принципе, здорово. Почему бы и нет? Вот, то есть эти такие вот дома. Вот. Ну, как я уже говорил, то есть есть одно дело, если вы покупаете готовый дом вот, вот такие вот, то нормально, да? Хоть он и старый, но в принципе, что-то уже есть, да. И другое дело, когда вам надо вот, вот такую чащу вырубить деревьев, подготовить фундамент. То есть потом еще пригнать машину каким-то образом по одной планочке, грубо говоря, принося туда вот строить что-то. То есть это, я не знаю, блин, гаваняка, наверное, очень много. Вот, деревянные дома есть. Но генеральная проблема здесь, как я уже говорил, вот из-за вот этой вот тени, плюс близости к океану, здесь влажная. Ну и, соответственно, грибок начинает расти на таких деревянных перекрытиях, либо на стенах. Ну, то есть не очень хорошо. То есть если вы не делаете вентиляцию, либо не отапливаете, то у вас возникают проблемы. Вот. Вот это вот, по-моему, и пожарная часть, и типа госпиталя, что ли. Вот. То есть тут тоже волонтеры. То есть везде, в принципе, волонтеры. То есть они за бесплатно работают, просто там, ну, пенсионерам заняться нечем, они вот возят вот эти кары там, или занимаются как медики там и так далее. Ну вот тут видите, такая парковочка. Вот амбуланс. А вот bushfire бригад. Вот стрелица. Вот на вот этой вот River Avenue. Ну вот, продолжаем дальше. Ух ты, цветы какие красивые. А вот птичек тут немереное количество. Вот такой вот вид на океан там. Она не видно. Вот видите, сколько ступенек тут. Плюс еще риск, что эти деревья обвалятся. Там все-таки термиты тоже кушают. Вот. И есть еще тут, называется черный эвкалипт или что-то такое. Или падающий эвкалипт, что-то в этом духе. Он знаменит тем, что отбрасывает свои ветки. Ну или они сами отпадают, либо ломаются, я не знаю как. И, ну, вот эта проблемка возникает, что это все дело, тебе может на крышу свалиться. А вон, видите, какой участочек. 700 метров, из них, короче, индекс строительства здесь 0,3. То есть вы можете построить дом общей площадью 0,3 от этого участка. Либо
ну, в смысле, занять всю площадь, то есть 0,3 от 700 метров, да, либо в 2-3 этажа ту же самую площадь. И тогда у вас будет больше участок. Вот. Ну, либо, может быть, несколько домов, я не знаю, можно или нет. Типа Granny Flat для сдачи на Airbnb. Вот. Вот, если вот такой участок вот продается, смотрите, заросли, капец. Может быть, сейчас найду, где этот участок. За... Да, 260 тысяч, он где-то здесь, по-моему, продавался. А вот. Вот домик продается. А, по-моему, внизу есть. Ну, вот видите, каждый имеет свою тележку. А, как я уже говорил в прошлом видео, они в свое время покупали электрические тележки, но потом их запретили, потому что носились тут как бешеные. О, гляньте, сколько цветочков. Вот. Ну вот так вот на сваях стоят вот эти дома. Вот. Думаю, что не затопит. Даже если тут будет столетнее это затопление, как они любят говорить. Вот. Продолжаем дальше идти. А вот сейчас, может быть, покажу вам участок, если найду его, который здесь продается. А вот, еще одна тележка. Представьте, как сюда добираться этот... ух ты, ё-моё. Как это они туда-то забираются-то, ё-моё. Вот это, блин, ступеньки. Туда, наверное, спускать можно что-то. Вот. Блин, о чем я говорю? Уже забыл. Ладно, фиг с вами. Сейчас, по-моему, где-то вот в этом районе. Кажись, вот где-то тут есть камень. Хотя, может быть, будет знак. Вот. Где-то здесь должен этот участок продаваться. Вот, то есть вид там, наверное, будет отличный. Я думаю, это будет практически чуть выше. Где-то вот здесь, по-моему, он продается. А, вот, for sale. Вот этот вот участок. Видите, то есть там камни какие-то. Сейчас можно попробовать подняться, может. Хотя, наверное... Не знаю, можно или нельзя. Сейчас посмотрим. А, это 137-й, да? И вот... А, да, вот этот как раз участок. Вот, вот он. Вот такой вот. То есть тут такие здоровенные деревья. Да, там подстричь надо достаточно много. Короче, не нашел я там захода туда, то есть не захотелось кому-то в гости заходить по лестнице, то есть неизвестно, что там. Вот, ну, в принципе, вы увидели, что и как. Вот. Ну, здесь такая вот штука. Вот этот карт паркуется с доставкой. Видите, то все. И вот миллион-доллар хаус с офигительным видом. Вот.
Ну вот еще один продается. Сейчас покажу. Вот это все кардамончик. Прикольная пряность. Вот, вот вам вид. Как вам такое? А? Земля тут еще половина острова, ну не половина острова, но где-то, не знаю сколько, четверть. В верхушке именно она не заселена. И пока что она под парком. Но, как я уже говорю, пару участков здесь продаются. Вот. А вот здесь вообще ничего нету. Интересно, почему. Может, кому-то принадлежит земля, не хотят продавать. Может, тому дому, может, нет. Вот. Ну, как я уже говорил, то есть в плане отпуска, наверное, тут хорошо, но так жить, конечно, проблематично. Вот, и здесь чисто вот такие скалы и тому подобное. Где-то вот наверху там есть парк. Не знаю, найду я дорогу или, может быть, я уже ее пропустил. Вот. Как-то так. Вот видите, ну вот видите, здесь они, аборигены, жили вот таких вот пещерах. А вот там еще, наверное, еще одна есть пещера. Сейчас покажу еще здесь. Ну вот. Если это пещера, конечно, можно назвать. Опс. А, вот так вот.